Буэнос диас, перцы. Ядерный рассвет снова озаряет ваши экраны, а это значит, что мы продолжаем надирать жопу в NFS Most Wanted. Усаживайтесь поудобнее, берите ништячки, будет жарко. Погнали! Итак, что у нас там было в прошлой серии? В прошлой серии мы драли вот этого вот щенка, и нам осталось, по сути, набить, ну, чуть меньше 3 тонн рейтинга. Короче, моя любимая рейтинг-забивалка. Катсцену нахуй. Упс. Мусора. Ну-ка, хуй тебе в руку. Ой, блядь, нахуй ты меня дверью кинул? Похоже, сам он не остановится. Так, ясен хуй. 10.75, если догоним. Все, финиш. Немедленно остановите машину. Да соси ты. Сам знаешь что. Ему пизда. Он и не думает останавливаться. А понесите как это определенно. Так, минус один. Теперь его можно брать теплым. Да соси ты пищу. Высылайте подкрепление. Срочно! Экипаж выведен из строя. Я его потерял, прием. Блять. Диспетчер, вижу нарушителя. Пытается уйти. Попробую перекрыть ему дорогу. Прием. Да, наивный придурок. Обойдемся без прикрытия. Начинаем. 10.73. 10.10. Право 4.1. Неверное направление погони. Положение 10.73 на вашем экране. Вот он. Нахую намотан. Экипаж выведен из строя. Ну, я вас поздравляю. Вокруг слишком много машин. В принципе, уже можно с яблоки тихонько. Право 2-4. Ну, я еще орку пощелкаю. Только что видел объект, иду за ним. ДТП, повторяю, ДТП. Патрульный пострадал. Сам ТТП. Идиоты. Не вижу нарушителя. Ну вот, еще бы. А мы, блядь, подождем. Плохо, что счетчик крепления скинет. Короче, все, в пизду, я по тапкам. Пошел ты, козе, в трещину. Да, снова в поле зрения. Преследую его. Да. Идиот, блядь. Ну, в общем, чуть-чуть погоняв копов, мы уже готовы к бойне. Не находите? Сектор чист, нахуй. Один козел, Сонни. Он в черном списке, но так, мелочевка.
Это твой шанс. Не проспи. Я уловил. Ну чё, щенок, поехали. Но начинается, блядь. Куда прижал, урод? Да, я очень грязно езжу. Че, не думал? Ах ты, пидор, по внешнему радиусу. Перчим нахуй. Тулим, блядь. Сука, я заебался об вашей жопы тормозить. Че, не ждал? Ой, блядь. Нахуй я это сделал вообще? Хотя они, в принципе, более-менее удачно. Блядь, петух все равно меня нагнал. Так, нет здесь очка? Нет. Ну, сейчас будет протормаживаться перед каждой встречкой. Блять, обороты падают. Вот еще за что за мать твою, а? А, как же у меня, блядь, горит. Ёбаный ты эстонец. Блядь, как же ее несет. За что я ненавижу кобальт, он, блять, хоть это, по-моему, передний даже привод, он, сука, его заносит, ну просто пиздец как. Сука, паникер, блять. Можешь ехать, не оттормаживаясь, блять, на каждой кочке. Дождь пошел, теперь я точно буду дрестить, как этот самый. Тормоза придумали трусы. Так, блядь, идем на подъем. Ах ты. Сучка. Блядь, похоже уже что-то запахло габеллой. Если меня опять не выкинет, блядь, посреди поворота, будет норм. Вжух. И ты петух.
где-нибудь не загрестить. Ненавижу эти ебучие шпильки. Кто б только знал как. А не, стоять-ка, блядь. З. Затащено. И китайчонок сосет песос. Два кольца. Чё, еще разок. Ой, я хотя бы тронулся, пиздато. Так проеду. Вот пивер. Это кольцо сильно короче. Так, блять, перчим. Обратный ход. Да, обратный. Слава богу, то на прямом ходу я мог въебаться. Оп. Блять, боком в забор. Дорог тем временем догоняет. Ооо, сука. Фух. Оп, 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 оп. Чё, бля? Так, уже под конец второй круг подходит. Надо бы как-то пришпориться, но, блядь. Шпориться-то мне, сука, и нечем. Нитро-то я еще не открыл. Бжух! Ну, кто здесь красавчик? Блять, вот тут... От сука. Еще одна рожа. Так. Миленько нахуй. Чё, поехали за тенячками? А что, автомобильную транспорт я менять не хочу. Опа. Первым делом перекраска.
ядерный колер. Что-нибудь вообще есть? Так, тормозня. Резину. А, хуй. Тут нетруха точно будет. Так, карабас. Ты, получается, Сони настолько вот тачки надрал, что ли? А теперь можно ехать. Смотри, как умею. Так. Что там интересного? Гоночки. Да, наверное, секундомер проедем, будем на сегодня заканчивать. А тачка стала заметно стабильнее. Я так не пидорасит по всей дороге, как раньше. Да и скорость она набирает в разы бодрее. Так, блядь, шпильчики. Блядь, дорогу построили, как Петр Первый в бухой на телеге ехал. Не иначе. Охуенный запас по времени. Не вывернуть ему. Не раскручивается движка. Нихуя не раскручивается, если честно. Вообще со всеми тюнячками Кобальт способен ехать 300. Но стоит это все говно, будет круто от самолета. Я помню, даже засекал специально уже под конец игры. Максимальная скорость у меня была 307 км в час. Больше он никак не мог высрать. Хотя тут Джейкоб спокойно брал 330. Я же молчу про крутые машинки вроде Carrera GT. Бежит, правда, как бензопила. Ой, блядь, меня чуть не развернуло. Надо было эпично въехать. Опа. Там где-то камера. Не, все-таки... Не хочу я прекращать серию. Но по идее надо. Ой, блядь. Ой, блядь. Ой, блядь. Сука! Я знаю, что слишком медленно, блядь. Придется разворачиваться. Главное проебать как можно меньше скорости на развороте. Да, блядь, проебал всю. Ебать я, конечно. Чпок!
209 километров в час. Ладно, на этом я, наверное, прервусь. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, комментируйте, обсуждайте, стучитесь в группу ВК. Ну а пока...